Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня суббота. Время у нас 8:30 утра. Мы еще только проснулись. А часов у нас сегодня, получается, 10 февраля. Да, пойду сейчас умоюсь. Да, у вас сегодня еще и завтра выход. Но вы еще болеете, вам еще в понедельник надо будет идти в поликлинику. Вот, я хочу сейчас идти мыться и сварить кашку. Да, малыши ко мне перебрались. Вот недавно мы с Амиром 8 проснулись. А Давид тут буквально 15 минут назад пришел к нам. Смотрит мультики. Ну, короче, всякую ерунду в Ютубе смотрят. Да? Вот лежат. Так, смотри внимательно. А я пойду сейчас умоюсь и, наверное, кашку рисовую сварю. Да? Будете кашу рисовую кушать? Аминка еще у нас в гостях у бабушки Люси. Ну, ее сегодня привезут уже, ближе к вечеру. В 6 часу вечера привезут. Нагостилась, отдыхала. Среда, четверг. 4 дня была у бабушки Люси. Понравилось. Говорит, там целый день гуляю. На горке. Вот. Говорит, в деревне хорошо. Да, я тоже в деревню, особенно летом люблю деревню. Потому что летом в деревне вообще классно. Во двор вышел. Красота. А здесь еще выйти во двор. Я не знаю, сколько времени нужно собраться, чтобы выйти. И такого нет. Здесь особо гулять негде. Тут кругом машины, дороги. А в деревушечке вышел во двор. И играю на во дворе. И... Ой, это я вообще люблю сама деревню. Вот. Так, девочки, пойду, ладно, готовить я. И умываться. Малыши, наверное, тоже потом будет. Ребята, я уже села пить кофеечку, приготовила с бутербродиками. А малышам варится каша. Вот у нас немножко не дотягивается, потому что шнур достала. Вот. На стуле стоит. Всем приятного аппетита. Вот. Так вот, девочки, приготовила кашку. Сейчас малыши поедят. Да, и потом будем делами заниматься. А потом дойдем до Валберис в обед. Кристинка сейчас тоже еще там спит. Сонька, да? Спит. Да. Да. Амина скоро приедет. Позвонили. Сейчас они приедут в 1 часа дня. Аня, Лера и Амина. Да, в гости к нам, да? Сейчас кашка остынет, и малыши тоже поедят. Да, приедет Лера. Сейчас будем, девочки, одеваться. Пойдем Амину встречать. Давида, положи. Папа отъезжает? Папа уехал на работу. Амина на автобусе приедет. Нельзя. Это кто нарисовал вчера? Ты? Не показывай на Амира. Ты нарисовал. Я знаю, хитренький, да? Я показал такой. Кто нарисовал? Кто? Да это кто нарисовал? Он опять собирается, смотри. Ай-яй-яй, он фломастер открыл. Давида, пойдем гулять. Пойдем гулять. Смотри, смотри, что будет. Мы пойдем с Давидом вдвоем. Да, Кристинка, с Амиром что-то не захотели. Да и не то, что не захотели. Мы как бы смотрели, оказывается, у нас 27 градусов. Да, на улице. Но зять, он утром ушел, сказал, говорит, как будто 22. Да, видимо, без ветра. Вот. Не хотят они идти в такой мороз. Да и еще у Амирчика кашель. Поэтому, ну, короче, Кристинка с Амиром дома останутся, а мы с Давидиком пойдем прогуляемся. Да, встретим Амину. И зайдем в Валберис и в магазин за молоком. Мы молоко каждый день покупаем, потому что мы берем молоко. И у нас, во-первых, молоко любят. И берем это свежее молоко, долго играющее не берем. Да, берем наше Ярославское. У него вообще короткий срок, всего 5 суток у молока. Да, вот такое молоко берем, поэтому каждый день покупаем. И выпиваем за у нас за сутки, ну, за день выходит 2 литра молока выпиваем. Куда ты полез? Пойдем? Все, оделся, пойдем? Пойдем одеваться? Да. Надо ботиночки принести, шапку принести, куртку принести. Ага. Несешь? Надо штанишки теплые сначала надеть. Сейчас, девочки, мы наденемся и увидимся уже на улице. Вышли мы. С Давидиком. Привет. Да, Давид? Да. Привет. Да.
На улице такой морозец-то хороший, но влажности большой нету, поэтому ничего не щипет. Давид, посмотри сюда. Не тормозим. Давид, ай, тормозит. Все, приехали? Нет, поедем дальше? Мы уже пришли на остановку к Арбузу. У нас вот сюда подъедет автобус. Аминку с Леркой дождусь, с Санькой. А сейчас пока зайду в магазин. Время еще есть. Краску куплю. Ну, я хной обычно пользуюсь. Вот надо будет хны купить. А то уже седина появляется. Что там увидел? Туда пойдем? Сейчас Аня приедет с Лерой. Иди сюда. Ждем. Сейчас уже подъедут. Щечки румяные. Да? Замерз, Давид? Да. Да? Холодно тебе? Не, мы туда не пойдем. Просится идти в хлебницу, в пекарню. Сейчас мы пойдем туда, пройдем. Не, мы сюда не пойдем за булочкой. Мы прямо идем. Нет. Мы не пойдем за булочкой. Давай садись. Вон там уже девочки приехали. Пойдем, Давид, вон они уже приехали. Да, садись скорее. Так хочешь? Вон они стоят. Пойдем. Да, там у Амина приехала Лера и Аня. Пойдем. Лер! Лер! Идут. Да, идут, увидел Амину там, да? Вон они идут. Блин. Вот они пришли. Аминочка, привет. Привет. Куколка. Привет. Все. Пойдемте в магазин Пятерочку. И потом пойдем Амине в Валберс. Надо обувь, он и померить будет. И там обувь пришла. Смотрите, у тебя без рукавичек? Да. Руки заморозишь, на. Я не все. Я мы уже по меня уже сегодня по ней соскучилась вечером вчера. Ложимся спать. И что-то вот не хватает еще ребенка. Кровать пускали. Весело было. Три со среды. Нормально, Амин? Скучно было или нет? Нет. Нет, ну дома расскажешь. Я с котом играла. С котом играла? Mm. Я но бедный кот доволен был, что Амина уже уехала, да? Все, сейчас мы идем в Валберес. А мне там кроссовки пришли, надо померить. Зашли в Пятерочку, порошок стиральный купили. Вчера видела, был по акции Персил по 370. Я так зашла за Персилом, а уже его нет. Уже он 670. Уже акция прошла, да про порошок говорю. Взяла Ариэль. Ой, этот Тайт перепутала. Сейчас зайдем в Валберес. И домой пойдем. Мы уже с Давидом сейчас гуляем. Пошли до магазина, да пойдем. Дошли до магазина за 5 минут, она такая говорит, а в городе так не сможешь. Ну, вот. В городе мимо, чтобы дойти до магазина, нужно потратить полчаса. В деревне время медленнее идет. Больше времени на все хватает, чем в городе. В городе, потому что пока соберешься, пока спустишься на лифте там с 13-го этажа. Да, потом пока дойдешь до магазина. Короче, поход в магазин в городе занимает около часу. А в деревне за 5 минут, туда и обратно. Мы тут до магазина и до бабушки дойдем за 30 минут. Туда же меньше. Но. Там. Но. Диву дает, да? Она осуждает друзья, но правда. Вот. Аккуратней, Лера, аккуратней. Вон заказ забрали, тут обувь заменили, блин. Да, тут вы то. Сейчас увидимся дома. По привычке? Да. А потому что в деревне привыкла со всеми здороваться. И каждый второй. Каждый, ну да. Всех знаешь, не то, что каждого второго всех знаешь, и поэтому со всеми здороваешься.
Привычка-то осталась. Все, девочки, увидимся дома. Да. Все, мы поднимаемся на этаж на свой. Да, один раз, девочки, мы застряли в лифте, мы вообще не подумали. Машинально. Да, мы зашли, блин, и не подумали, что у нас много человек, то что лифт может застрянуть. Мы сидели 40 минут в лифте, ждали, когда нас спасут. С детьми еще Давидик был очень маленький у нас. А время был уже вечер. Да, воды было чуть-чуть. Короче, мы измучились в этом лифте. 40 минут просидели, пока нас спасли. Лера, у тебя руки свободные. Закрой. Закрой. Все, Аминку все по Аминке соскучились. Привет, моя малышечка. Ты посмотри на мою курточку. Я начала сразу в стирку. Мой фотка приехала. Ты замерзла? Ага. Все, девочки, мы сейчас раздеваемся, потом уже включимся попозже. Давид, раздеваться не... Есть сопли. Есть? Да, он видала, да? Не, да, я вижу, есть сопли. Все, девочки, мы уже дома, разложились уже. Сейчас покажу Аминины кроссовочки, которые Крисника заказала. У нее уже такие же были. Но у нее выросла уже нога. И в тех уже танцевать неудобно было. Вот поменяла на вот эти. Это они такие же, как вот. У нее вот такие вот. Видите, они уже старенькие. Все уже обтоптала, носы все обиты. Она в них танцует. Ну, на тренировке ходит на танцы. Вот, обновили. Такую же модель взяли, потому что она очень удобная, очень легкая, мягкие. Вот. Также вот молочко взяли, хлебушек и семечки, все, больше ничего не меня взяли. А еще блины, ну вечером покажу, когда Фрук будет менять газовую плиту. А вот они, вот. Вот такие вот блины. Я не знаю, как они правильно называются. Электрическая, чугунная, нагревательная, не знаю, как правильно. А, комфорта называется, электрическая комфорта, вот. Вот такая вот. А то у нас уже неплохо греются всем. Вот зять поменяет. Девочки, я варю макароны. Сейчас уже засыплю, вода уже закипела. У нас будет такой легкий, быстрый ужин. Ой, сейчас одной рукой неудобно. Макароны будут с сыром и с сосисками. Да, блин, не получается. Все, девочки, высыпала. То одной рукой неудобно было. Сейчас они сварятся. Взяла макароны экстра, Макфа экстра. Они такие вот, эти мне очень нравятся. Они готовятся очень быстро. Такие вот. Но они такие вкусные макароны. Вот есть обычные макароны, а это экстра. Они сами по себе потоньше. Такие вот маленькие спиральки. Но они настолько вкусные. А перья я вообще не люблю никакие. Там Крисинка у меня любит перья. Бывают перья Макфа, там еще бекинские перья. Ну вот сама форма макарон перьями, я не знаю, я их как-то не воспринимаю. Они мне кажутся невкусные. Вот. Люблю ракушки. Такую спиральку люблю. Спагетти тоже. Сейчас сварится. Промою. И потом уже к вечеру сядем кушать. Давидик еще спит. А Аминка... Ну, все в комнате там играют. Ой, а Мирчик здесь мультик смотрит. А все там в комнате. Там Давидик еще спит. И девчонки все там сидят. Тоже телевизор смотрят. А ты в комнате ты смотришь? Какой-то непонятный. Вот, ребята, буквально 3 минуты, и макарошки готовы. Все, сейчас их промою. И все, люблю такие макароны вкусненькие. Он и Давид проснулся. Рассматривать. Где Давид маленький? Это ты маленький-то, да? Из роддома его тут забирали. А да? Где мама? А это Амина. Вот смотрите, как выгорели фотографии. Здесь Амина маленькая тоже, ей было 2 года. Было, ну... Ей здесь на фотографии 2 года, да. Здесь Амирчик маленький, ему год. И Амине здесь 3. Да. Да? Это кто? Да. Что это... да? Кто?
А это Сетизева. А это кто? Вот еще Амина тоже маленькая. Видите, они как девочки выгорают фотографии. Вообще, да, были такие яркие. И вот за 3 года они вон все выгорели. Ой. А вон еще тут. Да. А тут кто тоже это? Мы с Аминкой. Кто это? Ой. Я и Амина. Да, Амин? Что так это расплылся? Где еще себя найди? Где ты? Вот. А! Он так без удивляется. Рука. Ну-ка, Давид, где Давида? Покажи, где ты? Это кто тут? Давида? Да. Ты маленький такой, да? Спишь? Да. Как Давида плачет? Как Давид плачет? Все, у меня тут уже разогрелась сковорода. Тут у меня варятся сосисочки. Уже сыр потерла. Сейчас ну-ка разогрелась? Разогрелась. Танцует. Давид танцует у нас. Амина сказала, я не буду. Тоже танцевала тут под песню. Танцуй, танцуй, Амина. Ладно, не буду вас отвлекать. Танцуйте, играйте. Хорошо. Там осадить. Она должна, по идее, подняться. Да, сейчас взять будет это. Менять блины эти. Да. Надо будет ее чуть-чуть повыше поднять, а то этот выше, у нас тут ниже. Вот такой момент. Да, девочки, меняют. Тут все вскрыли крышку. Пришлось открывать крышку. Все менять. Вот так он тут сверлил все. Вот. А я тут пока все мою. Не буду показывать. Грязи там много. Сейчас он поменяет. Отличается. Новый блин и старый. Все, пойду дальше мыть. Да.